Добро пожаловать в Paradise City, родину гонок Burnout. На извилистые трассы White Mountain, в запутанный центр Downtown Paradise. Город — это километры дорог. Исследуй каждый переулок. Будь уверен, так ты не водил еще никогда. Здесь каждая дорога — испытание. Ставь рекорды по времени и авариям. Хочешь начать заезд? Притормози у светофора и нажми на газ. Гонки ждут тебя на каждом перекрестке. Каждый заезд заканчивается в одном из восьми районов. По одному на каждую сторону света. На севере – Country Club. На северо-востоке – Coast Guard HQ. На востоке – Waterfront Plaza. На юго-востоке – Wildcats Baseball Stadium. Naval Yard на South Bay. На юго-западе – Lone Stallion Ranch. В западных холмах – Wind Farm. А в северо-западных горах – Observatory. Для начала ты получишь права Learner Permit. Каждая победа отмечается в твоих правах. Побеждая в гонках, и ты получишь новые права и машину. Мир полон сюрпризов. Не выключай радио. Что будет дальше, зависит только от тебя. Добро пожаловать в Paradise City, родину гонок Burnout. На извилистые трассы White Mountain, в запутанный центр Downtown Paradise. Город — это километры дорог. Исследуй каждый переулок. Будь уверен, так ты не водил еще никогда. Здесь каждая дорога — испытание. Ставь рекорды по времени и авариям. Хочешь начать заезд? Притормози у светофора и нажми на газ. Гонки ждут тебя на каждом перекрестке. Каждый заезд заканчивается в одном из восьми районов. По одному на каждую сторону света. На севере – Country Club. На северо-востоке – Coast Guard HQ. На востоке – Waterfront Plaza. На юго-востоке – Wildcats Baseball Stadium. Naval Yard на South Bay. На юго-западе – Lone Stallion Ranch. В западных холмах – Wind Farm. А в северо-западных горах – Observatory. Для начала ты получишь права Learner Permit. Каждая победа отмечается в твоих правах. Побеждай в гонках. Получишь новые права и машину. Мир полон сюрпризов. Не выключай радио. Что будет дальше, зависит только от тебя. Ваш гид по улицам Paradise City, диджей Атомика, снова на волнах радио Crash FM. Первое, что нужно новичкам, это фото на Learner's Permit. Для начала сойдет. Чтобы сделать настоящую фотку, подключи камеру USB. Получив Learner's Permit, ты сможешь разъезжать по всему Paradise. А лучшим выдается Burnout Driver's License, но придется буквально разбиться в лепешку. На свалке лучшей тачки ищи вывеску Junkyard. Итак, блюдо дня. Hunter Cavalry.
Неплохая машина. Лучше всего подходит для прыжков и штопора. То, что нужно для новичка. В общем. Машина немного не в кондиции. Чего доброго, развалится по дороге. Так что езжай на автосервис. По ихнему он зовется Auto Repair Shop. Ближайший такой шоп находится на Энгис Уорф. Посмотри на карту. Ладно, проверим, заведется ли она вообще. Нажми и держи кнопку газа, чтобы запустить двигатель. Знаки предупреждают о повороте. Короткие маршруты ищи сам. Чаще, быстрее получишь новые права. Начинаем гонку! Езжай на северо-запад, Квин Фарм. Тачка разваливается на ходу. Езжай в Auto Repair Shop, по нашему автосервису. Найденный сервис отмечается на карте.
Теперь у тебя есть права класса D. Все твои заслуги стерты с карты. Можешь заново пройти все заезды и накопить победы для получения новых прав. Не забудь обмыть новые права и забрать Thunder Misfit на Junkyard. Езжай прямо сквозь ворота. Трамплины, отмеченные огнями, лучше всего подходят для особо опасных прыжков. Тачку, заскочи на трамплин на максимальной скорости и во время взлета дерни ручник. Для разных заездов на время нужны авто разных марок. Приезжай сюда, когда обзаведешься подходящей машиной. Машину заскочи в Paint Shop, в мастерскую покраски, которые отмечаются на карте. Помнишь этот Junkyard, который на самом деле свалка? В Paradise City их всего 5, и там можно найти много тачек.
Это машина класса агрессор. Тарань и сбивай машины соперников, чтобы получить нитру и использовать ее в любое время.